Вон идет джентльмен. Что вы можете о нем сказать? Ну, это лондонец. Идет привычной дорогой, не оглядывается по сторонам. Логично. Человек зажиточный, с хорошим аппетитом. Это видно по одежде и по брюшку. Браво, и щечка в вашу пользу. Пожалуй, все. Я могу еще кое-что добавить. Ему 48 лет, он женат, имеет сына, очень любит свою собаку рыжего сеттера и работает в Министерстве иностранных дел. После истории с часами я готов верить всему, что вы скажете. Но черт возьми, как? Нет ничего проще, дорогой Ватсон. Дело в том, что этот человек... мой родной брат Майкрофт Холмза!